Сегодня у нас 12 июля 2018 года. Вот Сергей. Вот стоит Нестор Дробот с верным собакой. А вот там. Сережа, ты их не тронешь, они не хотят. Выходите! Я сейчас только ходил к ним. Это люди не интересуют. Это под ногами крутятся, это тоже не играет. Куда-то пошел. Молодец, Шарик, молодец. Шарик, Шарик, Шарик. Ну. Шарик, не знаю твоего перевода. О чем ты там глаголишь? Нестор, выпрямись, то тебя не видно. О. Лёва, вставай. Ну, что-то... Это задержка. Вид места. Каждый человек, с которым работает, который враг. Ты отстегивай. И за ошейник бери. За ошейник бери, за ошейник. Фу! За ошейник собаку бери. Он ее не удержит никогда. Конечно, не удержит, Сережа. Ее опрокинули сразу. Не подходи. Лобовая атака, я буду прям на тебя бежать. Шарик, не перебивай давай. Пускай.
Дай. Дай. Сейчас покажу работу по жестам. Собака без слов работает. Рядом. Наконец, встань. Вот так. О, рядом. Барьер. Барьер. Хорошо. Хорошо. Рядом. Барьер. Верно. Рядом. Рядом. Барьер. Тем более, как я режу.
все, собираемся. Молодцы. Очень весело было. Ух, жаль, что тут. Вы за себя целый день дурить будете здесь, вам день не выдержит. А так вы что-то увидите. Искупалась, пришла, дальше ничего нету. На постели. Я вас через 5 минут уже буду в постели держать. Дальше мы можем бороться. Вы не уйдете, вы обязательно ляжете спать. Давайте покупаемся, а потом бороться будем в поле. Да ладно. Пожалуйста. Вы, вот, давайте так, что в комнату свою вы не заходили целый день, и вам уже не выдержать. Ну, девочки, давайте, пожалуйста. А если зашла 10 горящих, он крапивый. Это круто, я вот чуть-чуть обошлась. Уже лишь, мы пойдем. Вы, сейчас, допустим, ты сходила и скупалась. Не один, два раза. Нигде ничего нету. Там ты сходишь, там и ягоды. Ты не видел, сколько труда положено. Новая, там детки хорошие, вот так, собираемся. Вот такое легкое, пожалуйста. Ну такая будешь, такая была. Ну куда там, за ягода или еще куда? Там не ягода, и покупать вчера ягоды. Зачем грызешь? Ну что вы? У тебя губы болят, ты все время грызешь ногти. Просто. Ногти нет. Лето пройдет. В Сибири это такое хорошее время. Все дело, чтобы она не грызла пальцы. Простое дело. Сейчас она грызет их, скажи, Христос. Вот смотри, на мои погрызет. Уже губы болят, все, и все равно грызет и грызет. Да. Просим. Зима впереди, в Сибири долгая, лютая, не травинка. Спаси Христос, Игнатова. Но ягодки, сынок, мы 3 раза уже. Мы 4-й сходим. Сходи, ягодки. Пожалуйста. Чё, пожалуйста? Всё, только 2 человека голосуют. А что тут делать будете? Мы не будем здесь ничего делать. Мы пойдем купаться, мы ещё делать потом ничего. Ещё 2 раза купаться. А я хочу воск на рамке лепить. Пожалуйста. Да, я тоже. А что вы ко мне? Это вон, на Тихоновичу. Пошли воск на рамке лепить. Я бы вот тоже искупалась там, где хорошая вода. Купаться. Воск на рамке лепить. Ну вы что, Василий, что сегодня? Давайте купаться, потом после купания... У вас и так купание будет. Придем, вы тогда еще купаться будете. 3 раза искупаетесь. У вас хоть что-то останется. А купание, пришел, разделся, ничего больше нету. Разделся. Другое дело, если вы были спортсмены, учились быстро плавать, далеко нырять, то ничего нет. Так и делаем. Нету. Ну как ужалило красиво. Вот представь, вот такое длины озера. И тебе надо вот здесь вот потихоньку сесть в камышах, а там в камышах вынырнуть. Да не один. Тут? Вы не тренированы, слабые. Под водой больше минуты не просидишь. Вот, смотри, как он. Вон, летай, смотри. Там гвозди, смотри. Ага, сейчас, Володь, маленько. Потеряешь собаку. Лена, туда. Конвой. Его надо поймать на лету. Вот давай. Конвой. Привет. Давай. Да! Молодец. Еще раз. Конвой. Привет. Поймал. Ну-ка, болейте лучше за собаку. Сейчас, можно поймать. А как его зовут? Начнем с одной. Слушай, рядом. Держи.
Рядом. Хорошо. Рядом. Рядом. Говори, рядом. 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 Поверни сюда, поверни. Рядом. Ань, повернись. Повернись. Рядом. Сюда поворачивайся. Рядом. Сучку повыше маленько подними. Во. Рядом. 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 Вот. Страшно. Впрочем, впрочем, да, да. Не дождался. Он ждет поощрения, а поощрения нет, поэтому он самопоощряет. А вот это можно, это твой? Да, да. Да, давай, лови. Верно, верно. А, лови. Стоп. Эй! Сидеть. Сидеть. Можешь, можешь. Сидеть. Сидеть. Верно, лови. Можно я съешь? Можно я съешь? Ловить. Молодец. Вы же стакан забирай. Кто еще хочет? Я хочу. Верный. Лови. Можно? А если я дальше? Можно кинуть? Нет, забери сам, я боюсь. Можно? Давай, кто? Я хочу вертить. Давай. Можно? Верный. Лови. Что-то с тобой не то. Сидеть. Давай, еще одна попытка, потом следующий. Сидеть. Давай. Хоп. Лови. Хорошо. Можно тарелку? Можно я тарелку? Давай. Побыстрее. Опять я тебе. Всех по разу, давай. Верный. Лови. Рядом, страшно. Надо привлечь внимание. Привлечь внимание. Верный. Мальчиком помахай. Верный. Лови. Верный. Хоп. Хорошо так. Можно я? Нет. Давай. Чуть не подавил. А я не чуть не подавил. Верный, отойди. Ты все должен быть сюда, слева от тебя, да, Сережа? Да. Все, собирай. Можно я тарелку кину, пожалуйста, я Сережа. Что там интересно? Я Сережа уже трех. Снимать. Пойдем, Володя. Вот он. Иди с ним вместе там брать собак. Как он будет их сейчас там вместе?